Всем привет, с вами Миха, мы на канале Жиру Капец, а сегодня я вам покажу наш привоз новый, который отстроились. Вот старый привоз, сейчас я вам покажу, который обыкновенный привоз, а вот это уже новая часть привоза устроена. Вот получается старый привоз, видите, старое здание. А вот с этой стороны сейчас мы пойдем между привозом. Уже вот новый привоз отстроен. Вы видите, вот новые корпуса. Сейчас я вам покажу улицу. Вот это идет Преображенская улица, бывшая Советская армия, кто ее помнит. И вот сейчас на Старопортофранковской, где ходит трамвай 5-28, вы увидите, как тут все изменилось. Вот новый рыбный ряд, рынка привоз. Все в магазинах. Очень красиво стало. Раньше тут такая вот эта бомжатня была. Вот эти двухэтажные, трехэтажные домики старые. Вечно тут, знаете, как возле привоза все эти приезжие. И все бомжи, все бандиты. Вот раньше вот такое было все старенькое, а теперь вот посмотрите, какие здания понастроили. И сейчас я пройдусь по этому ряду, покажу вам, как выглядит теперь новый привод. Вот пошел 5-й трамвай в Аркадию, туда направо, 28-й в парк Шевченко налево ходит. Тут куча магазинов, Ева, это косметика женская. Напои, это алкоголь, пиво, соки, воды, вино. Зоосфера, это животные тут. С другой стороны, вот видите, идут магазины большие. Фокстрот, это техника. Конфискат, это обувь. Эльдорадо. Цитрус вот тут же, вот. Короче, миллион магазинов. Приезжают люди. Цветы есть. Аптеки. Киевстар. Это связь, телефон. Парфюмерия. Видите, какая вот стала часть уже такая вот современная, ухоженная, понимаете? А раньше тут, конечно, было ужас. Вечно какие-то мусорки полные, какие-то бомжи лежали на улице. Ну, такая неприятная была часть улицы. Вот новый привоз, он еще закрыт. Это сейчас 6:30 утра я иду. Торговый центр, вот. Тут есть эскалаторы, куча магазинов. На первом этаже ювелирки много. Работает он с 9 часов утра. Есть отель «Черное море», гостиница не работает. Не знаю почему. Работал еще недавно. С другой стороны, на втором этаже секонд-хенд. Тоже много-много, очень магазинов. Еще один дом такой современной постройки. Короче, Одесса меняется постепенно. Драгоценные камни, столичная ювелирная фабрика, игрушки, шалунишка, это супермаркет детских товаров. Мы там Максиму покупали обувь тоже. Ватсон, это сеть аптек у нас. Тут есть паркинг внутренний, внизу под привозом. Вот там, видите, тоже современные здания. Все строится, строится. Все очень красивое. Тут арочка, с которой можно зайти и выйти
на старый привоз. Вот так насквозь проходит. Тут тоже все это куча магазинов. Внутри тоже. Тут получается, сейчас мы дойдем и новый мясной корпус. С другой стороны, вот понастроили чайные, телефонные, фирменные магазины Рошен, Телерай, магазин аудио-видеотехники, мир игрушек. Ну, короче, ребята, если у вас есть деньги, тут очень можно хорошо закупиться на привозе. Вот по всем вопросам, и техника, и вещи, и продукты, и вкусности, и подарки, и шоколад, если вам надо. Доброе утро, дядя. Смотрите, он, как обычно, не мог не попасть в кадр. Вот получается, вот тут вот мясной корпус, вход, вот новый, вот мясной ряд, вот тут вот под вот этой крышей. И опять же, аптеки, паркинги, верхние и нижние, одежда, и вот опять здоровый дом. И все это в магазинах. И вот тут возле привоза магазины довольно-таки хорошего уровня, и цены более-менее приемлемые. Это вам не Дерибасовская, это вам не Пушкинская. Нормальные цены. Тут и мы с женой покупаем сейчас. Поэтому сюда можно приходить. Торговый центр. Мегаспорт. Алло. Еще один цитрус. Вот 28-й трамвай, как я говорю, идет он. Парк Шевченко. На нем мы на море ездим иногда. То на троллейбусе, можно пешком вообще нам дойти. Но когда надо по-быстрому. Вот мы вышли, получается, вот это уже Екатерининская пошла. Туда автовокзал. Сейчас я дойду до него. Там ЖД вокзал у нас. Вот такая вот движуха. 6:30 утра, ребят. Ну нет, сейчас уже, наверное, 7. Я иду, там надо жене брата. Она едет там отдыхать, помочь перенести сумки. Поэтому мы идем сейчас на автовокзал до него. Доведу вас. Напишите мне в комментариях, что вам лучше стало ходить со стабилизатором. Не так теперь дергает. Вот я иду очень быстро. Сейчас. Тут у нас цветочки. Ряд цветов. И вот это между двух привозов мы выходим на автостанцию. Вот получается старый привоз, но мы его тоже изменили тут жестко. Вот видите, тут раньше, это та часть привоза, где
стояли, помните, сигареты продавали. Сейчас она очень изменилась, все перестроили в магазины. Короче, все меняется. А вот здесь, кто помнит, здесь был вещевой рынок. Его тоже убрали и построили здание. А сейчас ведутся работы на Эстонской, с другой стороны, привоза. Короче, привоз, если это я вот с краю, сбоку обошел его. Привет, народ, поставьте лайк, напишите комментарий. Вот этот вход с привоза на привоз. Вход, выход. Видите, теперь тут современные здания. Все по-современному. Кругом ведутся работы. Все, мы строим что-то. Идем, и вот это вот эстонский. Перерывали. И вот такое вот громадное здание с какими-то решетками. Это место бывшего рынка. Вот люди пошли на перерез, но я не пойду на перерез. Такая движуха, как в городе. Громадное здание. Вот Старостенная площадь. И я иду на автовокзал. Ну, сейчас. А ну, сейчас я вам еще старую Стенную площадь покажу. Сейчас перебежим дорогу, как остановится. Магазин «Копейка» вот здесь, автовокзал. Я вам уже раз в этом краю покажу, как сейчас. Вот новощипной ряд, который идет, получается, ряд от вот ЖД вокзал, вы уже видите. Вот по этому ряду, он уже не такой ряд, как раньше был, он тоже современный, имеет магазин. Вы переходите вот туда на привоз. Поэтому, когда приезжаете в Одессу, для того, чтобы попасть на привоз, вам не надо такси, а то некоторые выходят, а таксисты их везут потом полгорода, чтобы на привоз попасть. Новощипной, ой, Новощипной, Старостенная площадь когда-то была такой полупарком, заброшенный, тут всегда какие-то лежали бомжи, жили цыгане годами. Сейчас стало очень чисто, ухоженно, много баров, кафе, ресторанов. Тут фонтан, сегодня фонтана нет. Вот красивые скульптуры. Видите, дельфины ныряют прямо из асфальта в асфальт, переныривают. Все их труд, видите, они постоянно у нас натерты. Интересно, да, сделано? Вот прямо из асфальта выкидывают. Вот такая площадь у нас. Старостина. Можно отдохнуть, поесть.
очень красиво сделали вечером все это. Подсветка, молодцы. Я люблю, когда город меняется в лучшую сторону. Много, конечно, еще есть что делать, но пусть хоть по чуть-чуть делают, потому что иногда смотришь и не понимаешь, как можно в таком городе. Вот ЖД вокзал. На ЖД вокзал мы с вами ходили. Вот Одесса, я люблю тебя. От нее я стартовал, помните, на ЖД вокзал. Такая вот мини-экскурсия, ребята. Спасибо, что остаетесь со мной, смотрите мои репортажи. Многие, я уверен и знаю, были в Одессе. И сейчас смотрят и даже не узнают, где это, как это. Все меняется, строится, ломается, все перестраивается. Ну что, побежал я встречать родственницу. А вам спасибо. Пишите комментарии. Нравится, не нравится. И вообще, что вы по этому поводу думаете. Всем пока-пока. Ищите нас на YouTube под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.